хочу напомнить, что приближается праздник, который многие будут отмечать. Это Рождество Господа Иисуса Христа. И для чего Христос родился? Слово Божие говорит, чтобы людей спасти своих от грехов. Настина Зупынка, 10-я линия. В Священном Писании написано, что Христос умер за грехи наши. За каждого из нас Христос был распят на кресте. В третий день Христос воскрес. Мы на Пасху говорим, воистину, правда, Он есть живой. И Он повелевает всем людям, чтобы спасти свою грешную душу, нужно покаяться. Покайтесь и веруйте в Евангелие, так говорил Христос. Покаяться – это признать свой грех и попросить у Иисуса Христа прощения. Примиритесь с Богом, читайте Священное Евангелие, молитесь Богу. Господи, благослови Украину, помилуй Украину, даруй мира Украине и благослови Украину. Благослови всех людей, кто тут едет. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.